Справилась? Да, сегодня сняли все швы. Сегодня все. Боли беспокоят? Нет, уже все меньше и меньше страдают. 15 лет я мониторила клиники по всей России и даже за пределами страны. Мне приходили печальные ответы, то, что меня не возьмут, что очень высок риск невралгии, что мне откажут нижние конечности. Они сказали, окей, мы сделаем операцию, вы будете с ровной спиной, но на инвалидной коляске. Написала очередное письмо в НИИТа. Если честно, я ждала, что мне скажут опять, извините, но вам придется с этим жить. Я не могу передать, сколько там было слез, счастья и радости, когда мне пришло письмо с ответом «приезжайте». Повторные коррелирующие какие-то ревизионные решательства, они в принципе сложные. Здесь в данном случае была еще сложность в том, что сама остаточная деформация очень большая. Вот, поэтому здесь риски, конечно, запредельные неврологических осложнений. Нам удалось разбить костные блоки, то есть сделать остеотомию для того, чтобы мобилизовать позвоночник и осуществить повторную коррекцию. Плюс удалось найти точки опоры вот в этом конгломерате костей, который был, соответственно, установить винты для того, чтобы исправить эту деформацию и получить хороший результат, даже великолепный, с моей точки зрения. Ревизионная хирургия – это, можно сказать, эксклюзивная хирургия, поскольку для того, чтобы успешно ее выполнять, необходимо, чтобы в организации сложилось много факторов. Первое, конечно, это квалифицированный персонал. Второе, конечно, это материально-техническое обеспечение, которое, к счастью, у нас есть. Совмещение вот этих факторов, это является ключом к успешной хирургии, именно ревизионной. Когда я встала, в первый день Артем Николаевич меня поднял и подвел к зеркалу, я не поверила, что это я. Это абсолютно другой человек. Абсолютно по-другому себя ощущаешь в этом мире. Уже не как какой-то вот человек с особенностями, а полноценная, красивая, любящая себя женщина, которая с нетерпением хочет уже попасть домой и обновить свой гардероб.